Полуголый мужчина, привязанный к машине ремнем безопасности, бросается на полицейского и кроет его отборным матом. Эту дикую сцену на улице Шахтеров сняли очевидцы. Буквально 10 минутами раньше герой записи на своем Субару влетел в стоящую Ладу и сбил сотрудника ГИБДД. Ёлы-палы, я прям это... Вы как вообще? Вот тут машину остановили, и все, и он как шел по дому, просто ба! Прошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на сотрудника полиции, инспектора ДПС. С последующим столкновением с автомобилем «Приора». Сотрудник ДПС пострадал, доставлен в медицинское учреждение. Сразу после аварии водителя «Форестера» попытались задержать, но тот как с цепи сорвался. Чтобы утихомирить буйного гонщика, пришлось надеть на него наручники и пристегнуть к дорожному знаку. Не успокоился дебошир в отделении. Уже сидя в клетке, он продолжил угрожать и осыпать полицейских проклятиями. Несмотря на признаки опьянения, от медицинского освидетельствования мужчина отказался. Ранее он уже был лишен водительских прав, но это не помешало ему сесть за руль. Судя по всему, отметился гонщик не только на Шахтеров. Вот эти кадры сняты в одном из дворов на Урванцево. Машина, похожая на черный Форестер, кружит прямо по детской площадке. Вот это двор на перекрестке улиц Урванцева и Матызалки. Нам удалось найти тех, кто был шапочно знаком с виновником аварии. Они на камеру говорить отказались, но в личной беседе сообщили, что мужчину не считают ни дебоширом, ни скандалистом и вообще не ожидали от него такой выходки. Дальнейшую судьбу дебошира определит суд. Сегодня ему должны вынести меру пресечения. Мужчине уже точно вменяют нетрезвое вождение и еду без прав. А вот будут ли его привлекать за оказание сопротивления при задержании, пока не ясно. Анна Московских, Александр Ольхов, Енисей. Новости.